В Московской области летом планируют провести масштабные работы по реконструкции и замене теплосетей. Не станет исключением и Ленинский городской округ. Об этом на встрече с местными жителями и старшими по домам рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Калямина. Проект стартует, все детали и нюансы еще оговариваются и согласовываются. Но известно главное, заменены будут основные центральные теплопроводы, от которых снабжается весь город. Сметная стоимость проекта более 200 миллионов рублей. Теплотрассы у нас достаточно большой период назад были построены. Соответственно, их состояние требует серьезных вложений, серьезных замен, серьезного ремонта. Вот поэтому мы и хотим, чтобы люди нас поняли, услышали и немножечко потерпели вот эти неудобства, которые мы им создадим. Встреча прошла на Советском проезде. Именно здесь будут проводиться работы по замене центрального трубопровода протяженностью почти 200 погонных метров. А всего адресов в городе 4. По проспекту Ленинского комсомола от ветлечебницы до круга у поликлиники. Также от ПЛК 74 до Советской улицы 30 и в 6-м микрорайоне в районе 4-го дома по Ольховой. С 15 мая начнется проектная работа. Вот. Все выяснится в проектных работах, что, когда и как будет перекапываться, на какую глубину, куда грунт и так далее. Но то, что это необходимо завершить до 15 сентября, это однозначно. Потому что 15 сентября округ получает паспорт готовности к отопительному сезону. Жители Видного просят с пониманием отнестись к будущим возможным неудобствам. На кону следующий отопительный сезон.